Привет всем, с вами Лига Мьюзик Варс, и сегодня у нас веселье, ребята, веселье, тупняк вражеской команды и, соответственно, слаженные действия нашей полностью команды. Я такого не видел, ребята, вообще никогда. Это либо они поделить не могли, либо еще что-то, то есть я не знаю, больше, по-моему, из вражеской команды никто не писал, поэтому ничего точно сказать не могу, но вы посмотрите, ребята, что творится. Они бьют по разным целям, они вообще не слаженно работает, плюс куча спящих. Я думаю, что они там в чате в своем полностью перематерились, и половина, соответственно, ушло спать. Что же у нас происходит, ребята? Когда мы убили определенное количество, по-моему, 13 фрагов, я начал писать в чат: ребята, идем на достягу. Все, закидываем все полностью, соответственно, ваши расходники и начинаем бить все за мной. Мне начали кидать щиты, то есть, соответственно, я начал наводить, и мы пошли, ребята, на тридцатник. Если вы помните, чтобы взять достягу в 30, раньше топы выходили, соответственно, не в элитное время, они выходили всей группой и выбивали квадратами, ребят, то есть квадратами 2 раза по 9, и, соответственно, оставшиеся атакам, которые были, они либо фазерили всех, либо били уже тычками. Это уже было так, и достяг на 30 был такой, скажем, уже весомым фактом. Он достался простым игрокам, как я. Вот в чем фича. В общем, давайте смотрите дальше, я музыку поставлю, там как раз у вас 5 минут останется, какую-нибудь быструю такую заводную. Ладно, спасибо, ребят, спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, скоро шедевральное видео.